29 июля 2020 года. Нахожусь возле пересохшего пруда. Предполагаю, что он на реке Мезенке. Потому что вот дамба пруда. Плотина, то есть. Насколько я понимаю, в гидротехнике. Остаток его вы видите. По сути, это лужа. Но когда-то, думаю, что в этом Мезенском лесу, тут, кстати, недалеко Дубрава находится, Мечта, Зеленый Шум, когда-то здесь было такое неплохое себе озеро, и можно было даже купаться. Я не знаю, как называется этот пруд или это озеро. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, все, что вы о нем знаете. Давайте почтим память этого пруда в комментариях к этому видео. Место замечательное, и, возможно, когда-нибудь его восстановят. Но пока вот что есть, то есть. Вы это видите. Вот такое гидротехническое сооружение заброшенное. И остатки водного зеркала. Очень жаль. В 2015 году я здесь катался, и, по-моему, там даже были остатки какого-то строения с той стороны. Вот что там было, кто помнит? Может быть, кафе, или пристань, или пирс. Что там было-то, я не знаю. Ступеньки там, порожки, бетонные лестничные марши видны. Ну, такое вот место, Мезенский лес. Маленькая такая лужица, все, что осталось от этого озера или пруда. Пишите свои воспоминания. Хорошего вам настроения. С вами был Дмитрий из Орла.